Привет, друзья! Меня зовут Слава, и я хозяин самого доброго французского бульдога Марселя. Вы знаете, чтобы была собака ваша доброй, на самом деле нужно совсем немного. Нужно, чтобы вначале, как только появился щеночек в вашем доме, вы научили его соблюдать определенные правила. Ну и самое важное правило – это кушать только с разрешения хозяина. И правильно кормить. Вот смотрите, наш Марсельчик уже, конечно, не щенок, ему уже больше года. Но эти правила он очень хорошо усвоил. Я подготовился, взял уже корм, насыпал ему. Здесь я взвешиваю корм на весах. Все, его доза. Вот, смотрите, Марсельчик никак меня не просит этот корм, потому что знает, что только после определенных слов он может кушать. Марселька, Марсельчик, сидеть, сидеть, жди, жди, сейчас будешь кушать. Видите, Марсельчик, наш молодец, он будет ждать. Молодец, жди, жди, Марселька. Вот тарелочка его. Марселя? Марсель? Даже, давайте мы с ним немножко поиграем. В игру он уже разучил это волшебное слово. Мы немножко даже с ним побалуемся. Марсель? Молоко. Марсель? Мороженое. Марсель? Можно? Марсельчик идет кушать только после слова «можно». Когда щенок маленький, важно при кормлении, чтобы он научился воспринимать вас по-доброму. И добрая собака, она никогда не будет агрессивной, когда кушает. И вот когда был Марселька щеночек, вот я, видите, как сейчас, немножко отвлекаю его, за хвостик могу подергать. Кушай, кушай, можно. Можно, можно. Засовываю ручку прямо ему, в еду. Он кушает с моей рукой. Никакой агрессии у него нету. Это основы для того, чтобы собака была доброй. Марселька, стоп! Марсельчик очень умный. Он уже разучил мой голос, запомнил. Знает много команд. Можно. Это простейшее правило, чтобы собачка научилась кушать с разрешения и кушала в вашем присутствии. Оно позволит вам в дальнейшем не бояться никакой агрессии со стороны собаки. Более того, ведь Марсель так реагирует не только на меня, он на любого человека так реагирует. Он не будет никогда злиться и рычать. Когда вы держите руку в его тарелочке с кормом, то Марсель, ну, любая собака, когда кушает, чувствует ваше тело, чувствует ваши запахи. Когда еще щенок, собачка, он привыкает к тому, что никакой агрессии
рука человека ему не наносит, корм никто не забирает. Вот такой добрячок наш Марсель. Вы знаете, это простейшее правило позволит вам не бояться за то, что собака может когда-то стать агрессивной. Она всегда будет доброй. Есть еще и другие правила, которые мы прививали нашему Марселю. Но об этом я могу рассказать в дальнейших видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего. Пока.